Короче, у нас завезли контейнеры для тех, кто в танке. У нас завезли контейнеры с Эмилем 1951 года. Это премиумный Эмиль 8 уровня. Контейнеры непростые, контейнеры трындецные, потому что есть его, грубо говоря, три предложения. Есть два контейнера на Эмиль 1951 года за 5 баксов. И есть предложение супер дорогое за 50 баксов 12 контейнеров с Эмилем. Я прикреплю скринчик где-то, наверное, на экранчике будет для вырезки. Вы увидите, что там на ру-сервере стоит. Это сейчас на евро-сервере. Ну и еще один контейнер тоже 5 баксов стоит. В принципе, неудивительно. Типа 2 по цене одного, а тут типа один по цене одного. Покупать, конечно же, 12 контейнеров я не буду. Я горем не убитая. Отдавать такие бешеные деньги, потому что это капец. С учетом того, что шанс выпадения всего 5%. Мы откроем сейчас 2 контейнера на евросервере. А мы погнали, открываем 2 контейнера на Эмиль 1951 года и посмотрим, что мне выпадет отсюда. Давайте. Ну, как бы понятно. Ничего хорошего. 500 голды, ну хотя бы не серая фигня, а хотя бы синенькая. Окей, и еще один контейнер. Честно, 5% вообще ни о чем. И это мне доказывает открытие этих контейнеров. Вот такая вот фигня. Ребята, кто не подписан на канал, подписываемся на канал. Большая красная кнопка под видео сама себя не нажмет. Также вот там есть такой значок пальца вверх. Его тоже нужно обязательно нажать и покрасить его в синий цвет. Ищем контейнеры на Эмиля. Эмиль 1951 года. Я очень хочу, чтобы он мне выпал. Очень. Но я понимаю, что 5% это трындец. Поэтому скрестим пальчики. Пожелаем ей удачки и давай, 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 пожалуйста. Чего мне всегда падает серая дичь? Ну вас нафиг, картоха. Да. Вот за вот это вот, ребят, то, что мне выпало, извините меня, я не буду отдавать 3000 рублей. Ребят, не покупайте контейнеры. Не надо это делать, потому что, во-первых, особенно на Эмиле, они трындец какие дорогие. Это полный капец. Чтобы собрать танк, нужно капец как много потратить денег. И далеко не факт, что вы вытащите... Вот потратите 3000 рублей, не факт, что вы вытащите, извините меня, из этих сундуков Эмиля. Поэтому лучше подождите, его обязательно завезут еще. Обязательно его завезут. И будет он стоить дешево. Потом вовсе обесценится. Вот такие вот дела. Прожимаем лайк, подписываемся на канал. Нажимаем на колокольчик. Все будет прекрасно. Но это не точно.